И разрешите представить автора Диану Федосову. Добрый вечер, дорогие друзья. Я думаю, что любой автор, который приступает к написанию книги, прежде всего должен ответить себе на один вопрос. А зачем, собственно, эта книга нужна обществу, социуму? Что нового он этой книгой в этот социум привнесет? Следующая песня, которая прозвучит, представляет восточный регион – Кахетию. Ha la la li ha la la.
Исаакиев хору. Listen.
Thank you.
Спасибо большое, спасибо.